Планируем отдых заранее. До зимних каникул осталось чуть больше месяца. Традиционно многие северяне проводят это время в теплых краях. Как неспокойная обстановка в мире и сложная экономическая ситуация отразилась на планах любителей путешествовать, узнавала наша съемочная группа. Большинство северян на Новый год предпочитают уехать в теплые края. В списке популярных стран – Арабские Эмираты, Таиланд, Индия, Вьетнам и до недавнего времени – Египет. Но сейчас туристы стали все больше обращать внимание на отдых в России. Как отмечают в одном из туристических агентств, на это повлияли нестабильная ситуация в мире и финансовые возможности людей. Те туристы, которые планировали или которые каждый год ездят, да, за границу, они переключаются на российские курорты. То есть такие санатории Тюменской области, Белокурихи. Основные популярные направления – это, конечно же, вот поблизости, чтобы недалеко ехать. Все чаще новоренгойцы выбирают бюджетные направления для семейного отдыха во время зимних каникул. Но сам Новый год стараются встретить дома. Выезжать сейчас дорого, сами понимаете, время такое. Вот, поэтому хочу семья с внуками, со снохой, с сыном, вот. Ну, это маленькая у нас есть Арианочка. Вот. Ну, как их бросишь? В Турцию можно отдохнуть. Я сам южный человек, в югах я отдыхаю. Да и здесь мне неплохо тоже. Тоже есть своя природа, свои 26 лет на севере. Своя красота. Свою надо любить. А далеко не любим ездить, да и сейчас опасно. Поэтому Анапа в основном. Мы ездим в Анапу, отдыхаем. Там очень много лет прожили. Если честно, мы оттуда. Поэтому и вообще всем советуем, отдыхайте в наших курортах. Все-таки это безопасно и уже и уровень неплохой. Подойти к вопросу выбора места отдыха необходимо заранее и со всей ответственностью. Хорошо спланированный отпуск – залог приятных впечатлений и эмоций. Амина Дышекова, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».